Мы продолжаем прохождение Айзека, мучить и уничтожать его неправильными своими решениями. Но сейчас у нас в чате есть два очень хороших знатока этой игры, поэтому я думаю, что мы сможем все-таки ее пройти. Только за кого начинать? Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil. А что вкладывать в слово «анимешник», если вот что именно конкретно, то есть какой смысл? He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess. Или только аниме, или не знаю, ну как конкретно, что именно вложить в это слово? Всем привет зрителям YouTube! Мы начинаем прохождение Айзека на стрим опять. И сейчас мы будем выбирать, за кого играть. Почему я... А, винстрик минус 4, потому что я грид запарвал, да. Сейчас мы выберем, за кого начнет играть. Пишите в чатик, за кого будем играть. И мы начнем. И мы начнем. Давайте, кто первый напишет, за кого будем играть, за того и будем играть. Нравится ли аниме, Скай? Ну, в принципе, да, потому что мне нравится, когда более глубокий сюжет, когда не все так очевидно. Не все, именно, не все аниме хорошие, но в процентном соотношении мне не больше нравятся, чем современные фильмы, которые в основном примитивны, глупы и скучны для меня. Там хорошо раскрываются персонажи, там они глубокие. Не во всех, естественно. Ну там в процентном соотношении для меня этого больше. Хотя я в последнее время, в последний раз, когда я смотрел какое-то аниме, я не помню уже, может быть, это было месяца три назад. За кого будем играть? Пишите, 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 пишите. Грид за Лилит. Ну, в принципе, можно, почему нет, давайте. Давайте попробуем. Только чем проще мне, тем это, тем сложнее, короче. Евангелион пробовал смотреть раз пять. Начинал и не осиливал. Начинал и не осиливал. Но потом все-таки досмотрел до конца. А потом даже визуальную новеллу читал по этой вселенной. Сейчас меня убьют. Ну, не убьют, покусают. Он не сможет. Почему не сможет? Почему ты в меня не веришь? Тут все, если я не смогу, короче, знаешь, кто будет виноват. Все. Ой, полнометражку я смотрел очень давно. Ну как очень давно? Ну, я уже, честно говоря, даже конкретно там, что в ней, не помню. Я ее смотрел до того, как я полностью осилил как раз сериал. Если его называть сериалом. Ну да, в принципе. Как еще назвать? Так, что у нас тут есть? У нас тут есть ключ, наверное, который мы возьмем. Да и, в принципе, брать-то больше нечего, да? Надо менять. Надо менять. Да ладно, ну. Синее сердце, очки, взрыв. Зайдем в золотую комнату и посмотрим, что там есть. Возьмем вайтшот.
Прикольная вещь. Кстати, зря я вышел, нужно было боссов убивать. Зря я пошел в комнату магазина, потому что я потерял всех своих петов. Ну да, 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 да. Ты как раз об этом и пишешь. Ну так бывает, я просто забыл. Начал вспоминать, когда я смотрел, просто захотел пройти без какого-то дикого полученного урона, и все, и пошло, поехало, почти поехало. Да ладно, на самом деле не страшно, я и так должен этих боссов убивать. Если я не могу пройти первую ингрида, в принципе, что я вообще в азике делаю? Вчера я просто немножко подустал уже после того забега, где у меня был один ДПС с этим лазером. Он меня сильно вымотал. Сегодня, надеюсь, будет получше у нас с гридом. Сначала муха этого, повелителя мух убьем. Потом уже будем убивать... Не знаю, как этого босса назвать правильно. Как он называется, вернее, правильно. Я не заметил, как не заметил. Просто взял и не заметил слезу, которую он выпустил. Вернее, не он даже, а муха, которую он заспавил. Вот это больше всего обидно, когда ты просто не замечаешь. Итак, заходим. Берем два сердца. Выходим. Заходим сюда. Покупаем сердце. Выходим. Заходим в шипастую комнату. Берем сердце. Выходим. Ну вот единственное, что я мог взять, это очки, наверное, да? Ну, я не хочу на их деньги тратить просто. Я лучше ключ возьму заранее один. А второго босса вот этого как звали? Который разделяется на много-много частей. Потом попробуй последний челлендж. Ну, в принципе, можно, почему нет. Как звали того босса, который разделяется на кучу частей? Как его зовут? У него же тоже есть какое-то имя. По-любому. Надо не забывать по КД спамить второго себе помощника. Второго пета, который будет атаковать. Ну, второго, третьего и так далее. Глупо, абсолютно глупо потерял сейчас жизнь. Бывает, конечно. Это бывает настолько часто, что очень сильно раздражает. В принципе, волны не такие сложные. Я бы даже сказал, легкие. Учитывая то, что улик столько возможности их легко уничтожать, но я слишком много получаю урон там, где его получать не нужно, абсолютно не нужно. Не понял, а кто там тип, который летает, башка такая, ты бошки бьешь, меньше бошки, еще меньше бошек и так далее. Ну, головы уменьшаются. Зависть это. Зависть. Как, где, когда, зачем, почему. Куда, кто. Куда и кто. Босса зовут так? Или челлендж последний называется так?
Во как. Интересный босс. Интересное название. Я, пожалуй, не буду сейчас призывать Пета, а призову его в следующем, на следующем уровне, на первую волну. Блин, если я зажал, конечно, очень классно, надо отсюда выбираться каким-то образом. Ну да, конечно. На очень легком боссе опять потерял жизнь. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Пойдем, зайдем в шипастую, наверное, да. Нужен ключи. Что мы можем тут взять? Не знаю, я предлагаю взять вот эту штуку. Предлагаю взять соску. Возможно, это не совсем верно, да? Книжку, книжку дают. Ага. А надо за один забег, естественно, все это сделать, да? Ну да, скорее всего. Да не скорее всего, а точно. Блин, можно было бы камень взорвать, но нету, к сожалению, нету бомбы. Интересный выбор, честно говоря. Потому что мне хочется взять и духи, и маску. Ладно. Люблю эфиршот. Не за... А, вообще просто убить. Прикольно. Да, это очень классно. А, ну значит, а, все, я понял, понял, все, я понял, какая это книга, я туплю. Я туплю, я понял, какая это книга. Я ее 100 раз брал. Я просто думал, какая это еще. Я обожаю эфиршот просто, понимаете? Поэтому я маску не взял, я его обожаю. Вот Модерст не любит его. Вот не любит и все. Вот просто не любит он фиршот. А я его постоянно беру. За буст хоть? А, понятно. Один из самых моих нелюбимых боссов, который тут есть. Из-за того, что он выкапывается под тобой, блин, и все. Тоже очень неприятные боссы. За их катаний, там где не нужно кататься. Но мы их все равно должны уничтожать очень легко. Давайте все-таки 4-го тут вызовем, наверное. Хотя зря я это сделал, нужно было оставить на следующую волну. Какой он сложный. Тут я просто ступил.
Берем дымак. А нет, это вот это вот я помнишь? Вот тут вот тот вечно дымак ап, я путаю с этим кубом постоянно. Знаешь? Я бы, конечно, взял лучше вот этот сейчас. Там два сердца было бы. Ну вот я постоянно путаю с этим кубом. Сейчас тоже спутал. Я думал, что это дымак ап, а взял вот эту сферу. Орбиталку. Не похоже выглядят, они разные, но похожи, с одной стороны. Бесполезная, в принципе, фигня. Тоже бесполезная фигня. Ну как бесполезная, тут деньги выпали хотя бы, можно что-нибудь будет в магазине, конечно, купить. Давайте зайдем, посмотрим вообще, что там есть. А, вот это как раз мне нужно. Вот это мне нужно за 15. За 15 монет. Вот это мне как раз нужно. Ладно, поехали волны. Конечно, я сглупил то, что не оставил второго пета себе на новый уровень, на первую волну. Чтобы успевать это быстро все сразу убивать. Ну, ладно уж, не оставил, так не оставил. Сейчас мы его призовем. Ну, а теперь можно открыть мидбоя на халяву. Наступил на кровь. Блин, тут путаюсь, потому что у меня этот мелкий летает, да, кровь, два их даже летают, оставляю. И от них тоже было. А я тупо просто спутал, блин, где можно ходить, где нельзя ходить. Ну что я делаю, а? Мы их убьем, надеюсь. Сразу босс пошел, вот нет. Да ёпарас это. Очень удачно стою, что не все атакуют. Да все, так, надо сосредоточиться, хватит. То есть еще раз ее надо заюзать, хорошо, заюзаю, нет проблем. Сейчас заюзаем, погодите. Ну да, еще один раз. Сейчас только надо босса убить, потом почитаю чат. А то я так дофига жизни уже потерял. Так, ну и где А, я, блин, не хватило чуть-чуть. Досадно. Чуточку не хватило. Ладно, возьмем вот эту сферу, действительно, которую уже дает дымак. Пока советуйте там, что взять еще. Может быть. Что там еще можно взять, в принципе. Что бы вы посоветовали? Может быть, оставить деньги на следующий уровень? Просто взять несколько сердец, например. Прикольно. Это батарейку бери, блин.
Давайте попробуем зарулить. Вот из этого что-нибудь полезное есть, в принципе. Но можно взять обрывок фото, я думаю. Обрывок фото взять или вот что вот этот с крайней правой айтем дает, вот это что такое у нас? Ну то, что мясо, то понятно, мясо. Там ДПС, потому что добавляют. Глаз. Глаз. А, ну все, отлично. Я просто не знал, что это такое. Ну, теперь мы обязаны пройти. Хотя это я, опять же. Я могу... Где там жизнь? На чем я вообще потерял сейчас жизнь? Кто мне там глубанул, даже не заметил. В очередной раз. Что за босс-то хоть был? А, понятно. Да забываю, да, забыл. Опять ачивка нифига не соберется. Как раз из-за того, что забыл, блин. Еще и урон получил. Дико тупо. О, кубок. Ха-ха-ха-ха. Полетик нам дали. Брать фото или не брать? Ладно, возьму. Тут, наверное, синий гриб надо будет взять, да? Ну ты что, я не то сделал, да? Ой. Опять мидбоя не призвал. Сейчас, ладно, сейчас не буду забывать прожимать. Я сейчас буду прожимать. Прожимать буду, честно. Вот, прожал. Да, но у меня не было бомб, а сейчас есть. Потом в секретку зайду. Урон, как всегда, тупо. Вот мидбой, все, мидбой. Все хорошо. Не ругайся. За этими моими слезами нифига не видно, блин.
босса, честно говоря, и его слезы. Сложно иногда из-за этого уклоняться очень. Что-то не подо мной выскочит, гад. Но я надеюсь, что мы сможем пройти. Должны, вернее, вот так вот. Я бы сказал, мы должны проходить, а вот получится или нет, это уже вопрос для меня. Открытый пока. Гад немножко отхилился. А чем сейчас сложно? Из-за того, что Лилит появилась, да? Ну, логично, наверное, это предположить. Блин, я не вижу, что меня бьет. Вернее, что ударило. Монета, понятно, ну блин, не совсем ее заметил. Сердца долбанут, блин, дал ему подхилиться. Ай. Да ладно, пофиг. Добивать его надо просто. Сейчас сосредоточенно добью, потом почитаю, что вы пишете. Блин, все двери опять откроются нафиг. Хотя у меня не тот урон, чтобы этого, в принципе, бояться, на самом деле. Фух, ну что ж, убили, естественно, убили. Открыли еще бокс, коробку друзей, и можно в грид сложить монеты, которые у меня там остались. Еще что-то открыли, прикиньте. Круто. Ну что ж, говорите попробовать последний челлендж. Сейчас я его попробую. Только пауза будет где-то, наверное, минута. Пойду себе принесу воды. Или чайку. Что-нибудь такого. Ну и мы продолжим. После этого. Так, пауза. Просто не музыкальная, обычная.